Программа субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа продлена до конца 2025 года. Постановление об этом подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. Всего в 2023 году на программу льготных дальневосточных авиаперевозок из федерального бюджета будет выделено почти 6 миллиардов рублей. Как уточняют в правительстве РФ, сейчас стоимость перелета по субсидированным билетам составляет от 1000 до 10 тысяч рублей в одну сторону, в зависимости от маршрута. Полеты по социально значимым направлениям осуществляет единая дальневосточная авиакомпания «Аврора».